вот такие глаза. Вот такие глаза. Рыба, она все равно придет. Конечно же, за крупной рыбой. Потому что, ну, отдохнуть душой и телом можно и поближе. Багажник, конечно, полный, наловили рыбу. Ну, не пишем. Вот выше меня вот такой. И второй. А у второго живот вот такой. Потом, когда разрезали, там чехонь у него был полным-полном. Вот такой! Ну, я вытаскивала вот такого вот, это 4,8 было, это круто. Соответственно, если воды нет, нет и людей. Я всегда такое мнение, что наша рыба от нас никуда не уйдет. Это добыть и прикоробчить. Правильно? Да. Но у меня другое мнение. Просто пополам. Ну такая тут рыбка. Отдых. Это душа здесь, это душа там, это душа везде. Сазан – рыба умная и красивая. Не, рыба, конечно, это хорошо, но ловить ее тоже. Но если она и не ловится, зато отдохнуть можно хорошо. И в очередной раз убеждаюсь, насколько рыбалка многогранна. Вот такой сом. Килограмм сколько? Килограмм 60? Вот так вот он видео и снимает. Никогда ему не верьте.